Ребята, всем привет, всем добрый уже день. Мы утром съездили в магазин, так что следующим кадром я вставлю обзор покупок. Покажу, что мы быстренько купили. Вот, закупили немножко два пакета. И вот сейчас уже у нас время, сколько получается? 16:08. Мы собираемся покушать. У нас будет такой поздний обед. Да, на улице у нас сегодня такая, ну, в принципе, знаете, хорошая погода. Идет такой легонький снежочек. Ну, вроде как прохладно, все равно холодно. Вот, но идет такой, видите, мелкий снег. Его даже и еле заметно, конечно. Но он у нас есть. Но главное, что нет такого сильного ветра, потому что эти дни у нас был прямо очень сильный ветер. Очень такой, знаете, неприятный, холодный. Вот. Небо у нас такое красивое, чистенькое. Красота. Вот. Ладно, пойду я кушать. Мы будем кушать, наверное, я творю эти пельмени с капустой. Я как раз покажу, что я купил пельмени с капустой, так что думаю поесть их. И, кстати, вот как у меня выглядят сейчас волосы. Точнее, у меня длина волос, вот здесь лучше видно. Видите, какие они стали короткие. Думаю, я ношу их вот так вот. В принципе, мне нравится. Вот. И еще прыщик вот этот вот прошел, который вверху был. На лбу. А я, короче, как только у меня появляются какие-то прыщи, я начинаю активно мыть лицо этим, сейчас скажу, хозяйственным мылом. Вот, очень быстро уходят прыщи. Вот, говорю, вот этому прыщику 2 дня, и он уже почти растворился. Осталась только одна небольшая точка. Так, все, ребята, давно у нас не было обзора покупок. Мы приехали из магазина, набрали тут 2 пакета, сейчас покажу, что тут есть. Так, я взял грудку куриную. Дальше лапша быстрого приготовления. Тут у нас пекинская капуста, хотим сделать голубцы. Так, еще лапша. Дальше здесь у нас пакет подал. Здесь у нас хлеб черный нарезной. Дальше кубики куриные, 2 упаковки. Сыр финский. Все. Дальше славяночки взяли пельмени. Это у нас это с рыбой, с горбушей, и взяли вот такие вот еще пельмени дачные с капустой. Тоже классное, наверное. Ну, бабушка врала, похоже, так там были с картошкой и грибами, но их сейчас не было. Так, дальше 2 фарша на голубцы из индейки. Здесь у нас что еще? Шницели вот такие 3 штуки. Так, дальше. Хлеб, вот этот росток, взял сразу же 2 упаковки вот, по хорошей скидке за 30 рублей за упаковку. Так он стоит 50 рублей. Гриша, тихо. Дальше. Рис взял такой. Так, уже место заканчивается. Так, потом этот геркулес 2 упаковки. Макарошки вот такие вот. Первый раз такие беру. Ну, вроде на вид нормально. Так, здесь у меня еще получается упаковка геркулеса и яблоки красные. Да, в принципе, все. Вот такая вот у нас закупка получилась. Все, буду разбирать наши покупки. Ну все, ребята, обзор покупок посмотрели. Вот что мы, в принципе, и купили. Так, я уже пришел на кухню, включаю все наше тут освещение. Так, здесь надо немножко убраться, потому что здесь утром я хате варил, поэтому я истратил много овсянки на это все. Но надо все дело убрать. Так, иди мне кушать. Опа, сковородка упала. Так. Что? Ты тоже выйдешь с капустой? Ну ладно. Мама сказала, что тоже в лице капуста есть. Так что все, поставлю воду на пельмени с капустой. Ну все, ребята, мы сидим все кушать. Я один пельмени уже попробовал, ну, чтобы проверить, сварился или нет. Очень невкусные. Так что все, будем кушать. Всем приятного аппетита. Thank you.
здесь уже делаю наши головцы. Как вы поняли, я делаю головцы из кинской капусты и фарша из индейки. Фарш я даже дал лук, различные специи. И сам процесс изготовления головцов я вам показал. Вот у меня получилась кастрюлька. Можно сделать еще одну, там получатся такие маленькие. Вот эти головцы, кстати, очень быстро делаются. Это как кинская капуста. Сама в себе быстро готовится. Вот, нужно дождаться только, когда приготовится фарш. И по калорийности он тоже получается довольно-таки низкие калории здесь, так что это тоже очень хорошо. Вот, короче, варю здесь эти головцы. Я залил их как раз горячей водой, добавил сюда курик. Чуть-чуть попозже еще посолю. И буквально минут через 20-30 они уже будут готовы. Вот, а пока тем временем я буду убираться на кухне. Здесь надо блендер помыть, как раз там в упаковочке от фарша выкинуть. И все такое, и есть здесь свой витамин С. Вот. Видите, у меня фарша еще вот столько осталось, видите? Как бы так, ну, нормально. И ткинская капуста. Вот тут вот эти вот остались такие маленькие, но... Не знаю, буду я еще делать из этого или нет, сделать, не знаю, посмотрю. И насчет вот этих штучек, из них хорошо получается очень вкусный салат. Так что их просто нарезаю, оливковое масло, соль, перец, и можно еще лука добавить, и будет просто вообще замечательно. Вот, в принципе, вот так вот. Ну, когда приготовится, я уже покажу, как они выглядят готовыми. Все, ребята, вот такие вот голубцы получились, я уже положил на тарелочку себе. Вот такие вот классные, вкусненькие. Так что все, будем сейчас ужинать. Всем приятного аппетита. И головцы будем кушать со сметанкой. Кстати, насчет вот этих вот цветов мне написали в комментариях. Так, в гостях у Ксюши канал. Что-то этот вот цветок называется, так, каланхоя. Да, я потом загуглил после этого поставил. Действительно так называется. Вот, и... Там написали, что вот эти вот папашечки, которые образовываются на этих, на листиках, просто обрывают и выкидывают. Я так тоже делал один раз, но знаете, один раз я пропустил это дело, и потом как-то тоже пропускал, и, короче, я не знаю, показывал ли этот цветок, который у нас был в предыдущем, но он, короче, просто весь там свободного места на земле не было, он был весь в этих маленьких штучках. Вот, как-то, знаете, один раз пропускаешь, и все потом забываешь, и как-то так. Вот, но вот эти вот, я думаю, маленькие я вдергаю потом, чтобы они здесь тоже не вырастали, не мешались. И постараюсь проследить, чтобы эти папашечки не сыпались и не росли заново. Вот, короче, попробую, но не факт, что это получится. Но летом, в любом случае, этот цветок поедет жить на террасу и будет существовать там. Вот, еще я думаю, надо их уже валить, потому что, ну, пора их вроде как валить. Пока они тут стоят, я их еще, кстати, не мыл. Он-дэн-дэн. Так. Сейчас возьму бутылочку и сразу же их валью. Вот. Так. Сейчас я поставлю вас. Поставлю. Опа. Вообще, многие меня поддержали, что многие уже хотят весну. Вы не представляете, как сильно весну хочу я, это просто вообще. Просто считаю дни до этого момента, когда наконец-то уже наступит тепло. Наконец-то уже будет хорошо, наконец-то можно выйти на улицу хотя бы. Потому что сейчас мне вообще совершенно неохота выходить на улицу, потому что мне вообще неприятно находиться. Вообще, от слова совсем. Неприятно там находиться. Вот. Я уже несколько раз говорил, что я обожаю весну. У меня весна день рождения. Кто не знал, у меня день рождения 29 марта. Вот я в Красков Овен. Так, я сейчас эту бутылочку закрываю. И убираю. Вот здесь вот она стоит. Так, телефончик, чтобы он упал. Фу, как-то так. Вот еще надо, наверное, полотенчика снять. Вот это я сегодня делал. А вот это, наверное, поменяю. Тоже сразу же его в стирку выкину, да и все. Все, ребята, я пришел в ванну заканчивать влог. Мы покушали эти головцы. Было очень вкусно. Вот, еще вчера, я, короче, мыл когда голову, мне
попала в этот, в глаз шампунь, этот сифазол. У меня глаз вчера болел просто целый вечер. Он был такой красный, сейчас фотку покажу. Вот смотрите какой. Ну отсюда, наверное, плохо видно. Он даже вокруг глаза там покраснело все. Он, видите, вот здесь вот. Не. Он, видите, что какой был. Вот так вот видно. Даже что вокруг глаза все покраснело вчера. На сегодня, кстати, уже так нормально, но он все равно такой припухший немножко. Снизу видно, думаю, как этот глаз выглядит нормально. И как этот такой припухший, я его сегодня утром еле как разлепил, потому что он залезился вчера. Я капал эти капли в глаз. В глаза. Вот специальные. И, в принципе, нормально такого угла, но этот неприятно было просто ужасно. Вчера днем помылся, вот просто день, вечер, до самой ночи, пока я не лег спать, мне это все никак не хорошо, скапливалось какой-то, ну типа как гной, не гной, ну не гной, короче, какая-то пленка. Короче, постоянно выдираешь, моргаешь больно, короче, ужас, этот шампунь, этот, говорю, сифазол мне попал, даже не самый, просто за головой стек, я думаю, блин. Я еще тогда, когда мылся, подумал, господи, нет. Потому что я знал, что это вообще неприятно. Ой. Ладно, ребята, буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить обязательно большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.